Переговоры Лондона и Брюсселя по Брекситу развиваются в атмосфере хорошего сотрудничества. Об этом сообщил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье. Он добавил, что соглашение с Великобританией возможно, если сохранится целостность единого рынка. В Мадриде Барнье провел встречу с председателем правительства Испании Педро Санчесом и главой МИД Жозепом Боррелем. Одно из досье Брексита – Гибралтар. Полная поддержка Испании в ее переговорах с Великобританией по Гибралтару, которые должны завершиться как можно скорее, написал Барнье в своем твиттере. Гибралтар – заморская территория Британии, оспариваемая Испанией. Гибралтар покинет ЕС одновременно с Соединенным Королевством. Мадрид желает добиться самого позитивного исхода Брексита для испанцев, которые работают в Гибралтаре. Глава британского кабинета министров Тереза Мэй вновь отметила необходимость заключения хорошей сделки с Брюсселем. Договора, который бы обернулся благом для граждан Соединенного Королевства, где бы они ни жили. Это то, что важно для нас, то, на чем я сосредоточена. Главное – это будущее людей в Великобритании. Соединенное Королевство покинет Европейский Союз в конце марта 2019 года. Переговоры по условиям Брексита между Лондоном и ЕС должны завершиться до конца октября.